Два больших взрыва за одно утро. По такому сценарию могла пойти ситуация, начавшаяся в ярославском поселке Сокол. Утром во вторник столб дыма рядом с базой отряда заметили сотрудники ОМОН. Как выяснилось, загорелись склады горюче-смазочных материалов. Ситуация накалялась с каждой минутой. Огонь подбирался к двум бензовозам, стоявшим неподалеку. После звонка в МЧС командир отряда решил начать ликвидацию пожара своими силами. На борьбу с огнем полицейские пустили бронетехнику. Позже к тушению огня присоединились три пожарные части и сотрудники МЧС. Пожар удалось полностью ликвидировать только спустя 5 часов. К счастью, пострадавших нет. Надо вон туда, чтобы поливать бензовозы. Бензовозы поливать. Плотнее туда вставать, плотнее. Выдвинули бронетехнику. БТРом и Уралом оттащили полные бензовозы. Также была задействована спецавтомашина «Шторм». Возгорание было довольно-таки серьезное. Бушевал огонь. Опять же, это угроза взрыва бензовозов. Ну, удалось, скажем так, ликвидировать опасность.